Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Леплей Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Как вы поняли, сегодня у нас будет новое видео, будни админа. Давно не было таких видосов, поэтому я решил записать. Зашел специально утром, чтобы поменьше было админов, чтобы больше было шансов записать для вас интересный контент. Я вчера записал видео, но, к сожалению, там не записался звук. Поэтому, пацаны, вот как так. Бывают такие ситуации, то, что ты снимаешь, что-то интересное, и бац, у тебя просто не записался звук. Но ничего страшного, будем как бы снимать дальше, будем стараться. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, и давайте начнем следить за игроками. Давайте начнем с ID 0. Как бы онлайн сейчас 100... Ну, почти 200 человек онлайна. Я так и не понял, сейчас карантин или нету карантина. Ну, походу, у кого-то дистанционка, а у кого-то просто, ну, кто-то ходит в школу все-таки. Мне так кажется, потому что раньше в такое время онлайн был поменьше. Не намного, но был поменьше, реально. На автобазаре у нас тусовочка, в принципе, происходит. Ну, ничего здесь даже интересного не продается. Я вчера за серию потратил 6 миллионов, и это даже не записалось, пацаны. В принципе, да, вот такое вот бывает, реально бывает. Я вот буквально только что проснулся, закинул видео в рендер, смотрю, а там звука нету. Думаю, зашибись просто, да? Охрененно я записал видосик вообще. Лучший в своем деле. Ладно, ничего страшного. Я забыл, когда вообще последний раз кого-то наказывал, реально. О, номера, смотри, какие. Нах, шестерки. Нормально так. Аня Волкова. Номера такие блатные. Нах, шестерки. Да. Я, кстати, что не зайду? Вот эта Даша, она постоянно на крыше стоит в АФК. Постоянно просто. Не знаю, ей, может, ей там нравится, может, она там живет, может, она там спавнится, я не знаю. Но я что не зайду, блядь, постоянно спекаю, и она на крыше стоит просто. Вот именно вот здесь, на крыше стоит и все. Вася у нас работает и на инкассаторе. Нихуя есть там у Васьки денег, смотрите. Ого. Либо он просто так работает, либо я хрен знает, чем он занимается вообще. Вы увидите сами, какие у него состояния. О, работягу нашел. Так, у него первый уровень, да? Вот давайте ему поможем. Реально. Я просто снимал вчера видосы, помогал новичкам на начальных работах. Вот давайте к нему телепортируемся, в принципе. И ему поможем, я думаю. Давайте сейчас ему лямчик просто накинем. Я депехнулся к нему, он сразу в АФК вышел. Дядя, ты шо? Испугался, ты шо? Давай, трейдик принимай. Так, давайте я ему дам 1 миллион. Че он, блин, так долго ждет? Реально, нажал. Он получил свои денежки. Стой. Если он сейчас еще попросит, я охуею просто, реально. Не ожидал даже. Удачи, давайте напишем. Удачи. Так, все. Идем дальше. Ой, блядь. Андрей Ютубер. Вот это я понимаю ник просто. 13 уровень. 8 миллионов, да, у него есть. Нормально. Вообще, смотрите, никто не нарушает. Вот как бы, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, как бы нету контента. О, пацанчик едет с автоматом. СССР просто. СССР. Красавчик просто. Летит на всех парах. На красный. Куда-то спешит, походу, пацан спешит. Леша Питерский. Чё ты катаешься по травичке, а? Дядя, что мы вот это делаем? Я не понял. Ну реально, вы заметили, вообще никто не дэмит просто. Никто не дэмит. Ну, типа, редко кого-то наказывают вообще на родине. Я в последнее время заметил. Ну реально, некого просто даже наказать. Итак, пацаны, я посмотрел то, что материала мало. Я наснимал утром, поэтому я зашел попозже. Последить за игроками. Вот здесь первый не работает. Давайте к нему телепортируемся, я ему лямчик просто дам. Я еще сейчас на новой мышечке играю, пацаны. В Инстаграм заходите, если хотите посмотреть, какую я себе мышку купил. Все, я ему лямчик, в принципе, перевел. Я думаю, ему нормально вообще, по кайфу. Что? Такое что? Что произошло? А что? Вот это я понимаю, пацаны, залетел просто. Так, одному дал, 204. Короче, чувак тут денег просит, но вам не слышно, потому что у меня звук в игре не записан. Конечно, я дуралеч, что я трачу деньги, но... Прыжикам, я думаю, нужнее. Всем оставаться на местах, работает ОМОН. Стойте все. Давайте им сейчас дорогу перекроем, я хочу им деньги дать. Так, давайте дорогу сейчас перекроем, я хочу им накидать денег. Так. Стойте, блин, пацаны, я хочу им денег дать. Пацаны, ай, блядь, это я виноват. Стойте. Оп, пацаны глупые, а ты остановился, молодец. Я тебе хочу денег дать. Сейчас ему денег дам, вот видите, он остановился. Надо тех пацанов догнать, я тоже хочу денег дать. Это смешно, знаете, когда ты ходишься за автобусиком, хочешь дать ему денег, а он тебя тупо сбивает и иди дальше. Я специально приехал на остановку, чтобы их остановить. Ну, блин, мне нравится деньги давать, пацаны. Да, у меня их и так не так уж и много. Я уже потратил 5 лямов, даже больше. Пошла жара. Так, еще платишок. А ему похер просто, он едет дальше. Ему просто пофиг, понимаете? Он даже, наверное, не видит, что ему деньги идут. Опа, опа, ча. Хотел по встречке поехать, а?
Быдло, бля. Ох и быдло. Хотела на встречку поехать, на Кадиллак. Я, короче, решил здесь постоять, половить за встречку. Давно этого не делал, поэтому... Почему бы и нет? Ля, быдло едет, бля. Ты куда, дядя? Это встречка, ты в курсе? Берешь так вот. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Кто не знал, он стреляет, если что. О, летит. Смотри, смотри, смотри. Ты шо, дядя, ты шо? Ты шо, вообще попутал рамсы, эти шо? Так, айдишник какой у тебя, дядя, становись, блядь, становись, нах. 302-й, ты шо, дядя, вообще рамсы попутал? Так, давайте ему выдаем джайл. Все, до свидания просто, дядя, отдыхай, отдыхай просто. Просто отдыхай, дядя. Ля, быдло какое едет, а? Ты куда, дядя? Куда полетел, дядя? Тебе сейчас будет хабела просто. Куда, куда, куда? Не, ну тебе сейчас точно будет жопа, братан. Я ж тебя, блядь, догоню. Сюда, куда, 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 блядь? Куда, блядь, дядя, стоять. Я ж тебя найду, дядя. Ничего такого. Всего лишь встречка, братан. Ничего такого. Просто встречка. Он говорит, а что такое? А ничего хорошего. Еще скрывался от меня, понимаете? Опа, быдло по встречке едет. Даже два. Даже два. Так, сейчас будем их ловить. Сейчас будем их ловить. По встречке катаются у нас пацаны. Так, какой у него ID? 93-й, 243-й. Так, сейчас мы всех накажем просто. Всех просто накажем. Жестко, бля, жестко накажем.